Михаила Борисовича Лебедева Платона Леонидовича изменить. Смягчить наказание по части 3 статьи 174 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона 7 декабря 2011 года номер 420 ФЗ до 6 лет 6 месяцев лишения свободы каждого. Михаил Борисович, нас хорошо слышно, вам видно? На ваш взгляд, если сокращение на 2 месяца, то что это, издевательство? На мой взгляд, я могу сказать, что в соответствии с тем, что мы сейчас услышали в Верховном суде, это должно произойти на 2 месяца раньше. А что еще за это время произойдет в результате всех действий всех сторон, я не знаю. С точки зрения нашего, как сказать, администрации нашего государства, это правильно. С вашей точки зрения? А с моей точки зрения, с самого начала это было беззаконие. Оно так и продолжается 10 лет. Обидно. Обидно. Вы разочарованы или такого ожидали? Да, разочарован. Я не такого ожидал. Я ожидал, что скажут, что ребят так как осудили неправильно, свобода не получилась. Да и не только я, наверное, всех ожидал. А нет.